Так, поаплодируйте, кто пришел на съемку. Александр Лурье выступает. Отлично. Смотрите, моя задача в чем? Рассказать минимальные правила, которые нужно соблюдать, чтобы все прошло хорошо. Чуть-чуть с вами пообщаться, чтобы мы создали такую домашнюю приятную атмосферу и вызвать, собственно, героя, ради которого вы сегодня все сюда пришли. Что еще? Наверное, лучше в целом не особо разговаривать, когда будет выступать комик. Ну, потому что вы, понимаете, вы просто рискуете пропустить какую-нибудь клевую шутку, а их будет 3 сегодня. Вот, ну, будет обидно, да, правильно, 3 шутки, и одну из них пропустить, то 2 останется, правильно? Это вам в целом не надо. Собственно, все. И самое главное, пожалуйста, если вам смешно, смейтесь, я вас умоляю. Только сказали. Бля. Бля, вы так аплодируете, как будто вообще в курсе, кто это вообще такие. Ну сейчас они уже допройдут. Вот смотрите, да. Вот сюда. Вот вы. Вот, вы видите. Вот это самый... О, вы все, яркий пример того, как нахуй не надо никогда себя вести, во-первых. Нет, я, кстати, переживаю про них что-то шутить, потому что вдруг это чел из Палестины, я как еврей, я хер знает вообще, не надо этих проблем. Ладно, все, я в конце концов, моя задача выполнить мою работу и уехать к себе, видимо, в другую страну, потому что в этой небезопасно. Все, смотрите, дайте поаплодировать, так вы хотите, чтобы прошел вечер сегодняшний. Пожалуйста, поддержите. Тем более, там еще один разогревающий комик. Он, скорее всего, волнуется. Давайте громко его встретим. Андрей Пакетов. О! Андрюха! 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 Давай! Ебас! Ебас, Андрюх, ебас! Ебас, нахуй! Калибанами уничтожаем! Давай, Андрюх! Ну, красавец! Не мешай! Не мешай! Где цент, сука? Не мешай, блядь! Вот, все, теперь не мешай! Ты покори! Давай, за Андрю! Выступай! Давай, выступай! Давай! Вот теперь пойдет! Андрюх, за тебя, Андрюх! Давай! За сердце твое, за то, что... Да, чтобы выступление прошло, заебато! И чтоб тёлки были! Да! Давай, ремень потом не отдашь, Андрюх! Здравствуйте! Я друг Александра Лурье. Здравствуйте. Я Андрей Пакетов. Я стендап. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Пакетов, и я актер массовых сцен. Таких фильмов и сериалов, какие позовут. А также мамолог, нумизмат. И многие другие. Расскажу немного о себе.
Нормально. Уверенно, уверенно, давай, давай. Давай, по-звериному. Спасибо. Расскажу немного о себе. Я родился отчасти недоношенным. Дело в том, что я появлялся из матери вперед ногами. И получается, одна нога, она вылезла, остальное все застряло. И вот так мать 1.5 года и ходила. Зато ходила немного быстрее. Да уж. Представляете, как оно бывает? Кто-то вперед ногами на тот свет, а я на этот. Я вышел рассказать вам историю. Недавно сбылась моя самая большая мечта жизни. Я попал в поле чудес спустя 12 лет. Как же я был удивлен, и каково было мое удивление, когда они взяли мой кроссворд и позвали меня. Я буквально удивился. Когда я приехал на съемочную площадку, я даже познакомился со всеми людьми, которые носят подарки. Особенно вот этот самый высокий, кудрявый. Я его спросил, а как к вам устроиться? Что вы вообще делаете здесь? Почему подарки не забираете себе, а выносите тройкам игроков? С ним сговорились, он мне даже рассказал, как можно устроиться в музей «Поле чудес», а это моя вторая мечта. Потому что я очень обожаю сушеную рыбу. Да, это заебатая тема. Я всегда хотел, чтобы в «Поле чудес» было как в фильме «Ночь в музее», чтобы все экспонаты оживали, и тогда ожила бы вся сушеная рыба. И я наконец-то бы с ней поговорил. И вот вы не представляете, вот мы уже играем. Доходит до меня ночера. Я напоминаю, удивлен. Моему удивлению нету предела. Леонид Аркадьевич, доходит до меня очередь. Леонид Аркадьевич говорит: Итак, напоминаю задание. Какое название закрепилось за русским рыбным блюдом? 3 буквы, 2 Х и 3 А уже открыты. Назовете слово целиком? Я говорю: не, у меня мегафон целиком. Слово целиком такой связи я не знаю. И он говорит: ну что, слово? Я замер буквально на месте, я распереживался и забыл, как называется эта буква. Он говорит: ну! Буква! Я не могу вспомнить. Я так долго к этому шел. И не могу вспомнить. Он говорит: ну! Буква! Я не помню. Он говорит: ну! Буква! Я сказал: Игрик. Леонид Аркадьевич говорит:
Стоп, мотор. Подходит, кладет микрофон на барабан. Подходит ко мне, наклоняется к уху и говорит: «Какой нахуй Игорик?» Как вы думаете, насколько я удивился? И каково же было мое удивление? Я еще больше замер и растерялся. Он говорит: «Я спрашиваю, какой нахуй Игорик? Ты хуй». «Ты знаешь, — говорит, — кто я такой?» Я говорю: «Знаю». Он говорит: «Скажи мое имя». Я говорю: «Леонид Каркадич». Он молча отворачивается, уходит, берет микрофон, говорит: «Продолжаем мотор». И тут я слышу вот этот блядский звук ошибки. И между звуковых дорожек этого звука я расслышал: «Пакетов, ты ничтожество. Ты и есть ошибка. Поэтому прими меня и прими себя. И вы, дорогие друзья, примите и встречайте на этой сцене Александр Лурье». Александр Лурье, добрый вечер, спасибо, что пришли на мой концерт. Боевые товарищи, аплодисменты ребятам. Саша. Санча. Вот. Большой человек в бизнесе работает. Встань, Санч, встань, встань, встань. Чудо. В свое время много делов натворили, бля. Не буду говорить, каких, а то мало ли чё, бля. Серега, Шива. Да ладно, Серый, чё ты, бля? Ну ладно, ладно, всё, всё. Сервантес. Ахмед, вот. Ахмед, ну встань, встань.
В Афгане служили, я одно время за афганцев воевал, там чутка буквально. Тоже боевой товарищ, блять, нахуй. Ну чё, жена была у меня. Развелся, бля. Баба хорошая. Правда, минус был. На весах всегда плюс. Большой плюс, да. Ну что, развелись по дурости. На самом деле, приколов моих не понимала. Помню, как-то в самолете летим. Ну и там, значит, стюардессочка. Нормальная такая баба. Такая тетя жопа-карамель, грубо говоря. Вот, подходит, а у меня уже все, ружье встало. Но я думаю, стрелять не буду, так как фюзеляж хрупкий. Просто пошучу. Она проходит такая, вам курицу или рыбу? Я говорю, мне рыбу. Курица у меня уже есть, нахуй. Ну и схлопотал два удара по печени, блядь, отсуженная, блядь. Швы разошлись, да и мы разошлись, нахуй. Это надо выпить, нахуй. Юмор мой не понимала, не ценила. А я с этим вообще не согласен, нахуй. И в качестве аргумента привожу вам анекдот собственного сочинения, нахуй. В общем, попадает на необитаемый остров как-то. Англичанин, француз, русский, бельгиец, магнитола немецкая, четыре татарина, тайка, хор турецкого и предыдущее правительство. Это что такое нахуй разбилось? Это Титаник какой-то разбился, блядь. Это Титаник нахуй. Импровизация, блядь. Вот. Ну все, их племя Тумба-Юмба схватило, там, третье, десятое, по котлам рассадили и говорят, все, кто загадку не разгадает, того все, на шашлык пускаем, бля. Ну все, загадка такая, висит груша, нельзя скушать. Все, первого англичанина выводят. Он думал-думал, репу чесал-чесал, так ничего не придумал, все, соответственно, под водочку селедочкой ушел, все. Второй выходит француз, то же самое, висит груш, нельзя скушать, там то же самое, репу чесал-чесал, думал-думал, все, пока, салям алейкум, как говорится. И тут выходит наш бельгиец. Ну, Ваня, бельгиец, ну, просто вафля, а не человек, нахуй, понимаете? Вот, ему говорят, висит груша, нельзя скушать, он думал-думал, репу чесал-чесал, ну, тоже так ничего не придумал. Мораль. Неважно, какой ты национальности, если ты тупой, тебя рано или поздно черножопые съедят нахуй, блядь. Ахмед. Ахмед, ты не такой, ты нормальный. Вот, собственно говоря. Кстати, Буратино был еврей. Об этом никто нигде не говорит, но, молодежь, вы записывайте, на ус мотайте. Близкий друг Буратино, рептилия, черепаха-тортила. И они вместе ведут мир в эпоху цифрового рабства, нахуй. Вы это все записываете? Меня вообще за эти слова убить могут, блядь. Это ты, конечно, полез. Лех, вставляй. Надо говорить людям правду, блядь. Люди правду должны знать. А то все вам лапшу вешают, блядь, на уши. А вы все слушаете. Нормально было? Правда. Молодежи, можешь скажу, блядь? Наклюкались, блядь, уже, нахуй. Сейчас присоединюсь. Молодежи катастрофически не хватает пиздюлей. Вот как я считаю. Вы смотрите, они все заводы переделали в арт-пространство. Дизайн-завод флакон, блядь. Вдумайтесь, блядь. Дизайн-завод. Это как, блядь, дрампэт-пекарня, нахуй.
Ну чё, блядь, давай, настучи там на дрампеде булочку, миллениал сраный, блядь, все в жопу засунь ее нахуй, блядь. Пошли, да раз. Я с нашего на выходе молодого ловим и лупим. Вот, а я к чему это говорю? Правильно. Юр, послушай, к чему это говорю? Что в мое время у молодежи цель была. Ну, смотрите, сейчас молодежь в жопу ебется. Не, мы тоже, конечно, в жопу ебались, но я имею в виду, что цель была какая-то у молодежи. Вот. Они все испоганили. Раньше что? Раньше все было на этих заводах. Тяжелая промышленность. Понимаете? Цветмет, оборонка, в конце концов тетрис. А сейчас что, блядь? Фалафель, нахуй. Фалафель, блядь. Ты, когда на страну нападут, блядь, америкосы, блядь. Ты че, блядь, страну фалафелем защищать будешь, миллениал ебаный, блядь, долбоеб, нахуй. Правильно, нахуй. Правильно. Так их, блядь. Правильно. А феминисты эти, блядь, мясо не едят, нахуй. Чё вам мясо сделало, блядь? Чё до мяса доебались, блядь? А потом у них члены стоят. Потом все пидорасы, блядь, нахуй, вот. Вы поймите, корова в живой природе не выживет никогда, блядь. Сова она и корова, не товарищ, блядь. Это знать надо, основы, нахуй. Нормально, Саня. Завернул, блядь. Завернул его в рулет мысли. Сейчас вообще, слушай, сейчас бомба будет. Сразу давайте, надо было сначала объясниться за внешний вид свой, да? Я просто угораю вообще, очень балдею по вот этой всей еврейской движухе, блядь, если честно. Но я, знаете, лет 15 как, назад как на моду забил, блядь, так и живу. У меня же раньше все было, и Джорданы, и Хуйорданы, все было, блядь. Хуйорданы, кстати, вот такая вещь, блядь. Там два брата было, Джордан и Хуйордан, блядь, было. Но я вот что скажу, молодежь, не здесь главное, реально, если вот здесь ничего нет, то тут хоть Валентин Юдашкин, блядь. Я... Ну ты понял, да? Кстати, цвета... Оно вот тут мысль, понимаешь? Оно не для всех. Кто, мозги нет, они не понимают. Паш, налей ребятам, пускай выпьют. Народ, не меня. Давай. Гречка, налей. Не подай, куда ты, блядь? Сказал, сядь нахуй, блядь. Чувырла ты, блядь. Что ты нахуй делаешь, блядь? Люди сидят, ебать. Давай, блядь! Блядь, чё, люди и животные какие-то сидят, бля, нахуй, берёшь, блядь! Всё, блядь! Чай тебе налью, наебало, блядь! На, выпей! Чай ему ебало, болю, блядь! Выпей, ты чё, нахуй? Нет, ты выпей! А чё, нахуй, да, налил рыбу, блядь! Да, рыбу из беспорта, блядь! Ой, блядь, пацаны, блядь! Да, нахуй он рыбу, блядь! А что, рыба утонет? Она же плавает, блядь! Она нахуй не залил рыбу! Блядь. Она так привыкла, да. Сидели нормально, ну ты начинаешь, блядь. Давай уже. Вы знаете, что их, если не доедают, отпускают. Ну красавец, ну красавец, красавец, да, давай. Это Лурье, это Лурье. Да что, блядь, ну порешали. Я ему ебало пить буду, ты снимай вот это, блядь, сейчас. Все, давай, сними. Блядь, порешали, блядь. Чего, кто? Да порешали, нахуй. А ну сфоткай нам. Чего, блядь? Что, полез ты вообще? С другом. А сейчас поговорим серьезно. Все, он серьезно, все. В мире кавардак. Славяне. Давай мировую. Чё делим, славяне? Мировую. Землю. Так земли валом, бля. Андрюх, ты не
Мы что, блядь, зря малые народы Сибири уничтожили нахуй? Но я вам так скажу, я Путина уважаю. Можно даже сказать, знаком с ним. В армейке с двойником служил. Мужик хороший оказался на самом деле. Правда, потом испортился, в Comedy Club выступать начал. Как Марина Кравец, блядь. А этот ваш, блядь, банальный нахуй. Пирамидальный. Накидывай, накидывай. Навальный. Пациент, блядь, Кирицкий. Вот нахуй, блядь. Че это меня пугает, блядь, типа, прекрасная Россия будущего, блядь. Не хочу я жить, нахуй, прекрасной России будущего, блядь. Я хочу жить своей, нормальной России страшного прошлого, нахуй. Охуенно, блядь! Россия! 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 Вот так, нахуй! Гутен так, блядь! Это факт, нахуй. Вот. Ну что, ладно, допустим. Победишь ты коррупцию, блядь. Дальше что? Ну хорошо. Все, нормальные зарплаты в стране. Дальше что? Все, хорошо, скажем, допустим. Перспектива у молодежи есть. Дальше что, нахуй? Вот тут и приплыл, нахуй. Все, мозги умные ребята перестанут уезжать из страны. Ну дальше чё, блядь? Дальше-то чё? Вот об этом я и говорю, блядь. Кстати, Кремль — это голограмма, если кто не знал. Я тоже видел, Ворона насквозь, ворона. Насквозь. Ну это хуйню несешь какую-то, если честно. Я видел. Да, тут успокойся уже. Ну я еще видел, я что могу сделать? Ладно, чё. Я миллионник в ТикТоке, кстати. Но считаю, что Одноклассники — это самый лучший стриминговый сервис страны, блядь. Вот это все, что говорят сейчас там, что YouTube там закроют, не закроют, это все, блядь, вранье. Я вам говорю, настоящий просмотр в Одноклассниках, блядь. Ну ладно, давайте прошерстим интернет немного, блядь. Правильно, давно пора. Вот это шоу, блядь, что было дальше, нахуй? Что было дальше, блядь? Все прекрасно знают, что было дальше, блядь. Из-за таких юмористов, как вы, страну, блядь, просрали, нахуй. Что было дальше, блядь? Штурм Белого дома, блядь, и путч, нахуй. Вот. Но созвон мне нравится, если честно. Созвон люблю. Помню, по молодости тоже играли в созвон. Ну, бывает, языка ловишь. Провода к соскам. И начинаешь звонить, блядь. Он тебе, и что было дальше, блядь. И что было позже, блядь. И что вообще никогда не было, блядь, нахуй. Все расскажет, блядь. Пидоры они все, Саня, блядь. Пидорасы они все эти. Ну уже просто матом уже кричишь, заебал. Все, 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 мужики. Все. А я вас разниму. Все. Я разнял, все. Лёнь. Сань, я нормально? Разнялся, блядь. Да ты чего? Ты зачем толкаешь? Дрон. Дрон. Ну харе. Ну что ты начал, блядь? Давай, не мешай, дрон, ну что начал, дрон, блядь? Ну нахуй ты пиздишься, дрон, блядь? Вон, пацаны, видишь, играются, блядь. Что ты влез, блядь? Это же ежу понятно, блядь, нахуй. Кстати, что ежу понятно, блядь?
Он же еж, блядь. Он же тупой, блядь. Если был умный, носил бы эти грибочки, блядь, не на спине, а в руках, блядь. Еж! Тебе, блядь, пакет нужен с замком, еж, блядь. Кругом лес, одни звери дикие, нахуй, блядь. Вот. ТНТ ненавижу, кстати. А я вам сейчас расшифрую, что это значит. Смотрите, ТНТ. Т – это трахаться. Н – это нагишом. А Т – это трахаться. А я все буду говорить. Я опуганно, не боюсь ничего. Я с киргизами, блядь, служил, нахуй. Они парни хорошие, но, знаете, им главное в глаза не смотреть и в спину не стрелять, блядь. Не, реально, вы что думаете, они с коробками ходят по городу, блядь? Там у них в коробках мешки с песком, как в блокпостах. Ну, все думают, работа, работа. Ну, какая работа, когда на кону жизнь? Ну, они, ребята, хорошие. Я помню, в армейке просыпаешься, все, они уже броются. Помню, как-то с ними стычка была у нас. Что-то бамц-бумц, ну все, я в реанимации, блядь. Я лежу и думаю, блядь. А как это мы впятером одного киргиза отпиздить не смогли, блядь? Ладно, я в реанимации, блядь. Игорян вообще нахуй без вести пропал, блядь. Вот. А какого хрена KFC в моей стране, в моем городе, блядь, рекламирует полковник Сандерс, нахуй? Правильно! Охуели! Вот, о чем мы! Россия! Где почему? Наши великие прапорщик Задов? Где? Вот! А-а-а. Полковник Смирнов, блядь, какой-нибудь. Чё Сандерс, нахуй? Ладно, понял вас, хорошо. Не близка вам тема, ну все. Пропаганда работает. Да пропаганда работает. Они все, они уже... Они внедряются в голову. У них мозги американизированы уже. Когда MTV смотрели, если... Да хотя бы проглотить сначала. Экзибит, да, им говорил, слушай, Россия хуйня. Это я помню точно. Это я точно помню. Он монитор-то вставил и им вставил. Понимаешь? Он оттуда. Ну было, нахуй, было. 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 А в свое время, помню, не буду говорить где, не буду говорить когда, усыновил ребеночка, арабчонка одного. Вот там война была. Ситуация такая, его родители убили. Я. Прям гранату у них кинул, вот так. Ну, война, кто разбираться будет, блядь? Зону поражения не рассчитал, блядь. Ну, все, привез его сюда к нам, соответственно, отмыл, волосы покрасил, в купели продержал, залепетал на нашем, как родненький. Правда, иногда, знаете, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. По ночам просыпается, что-то батя, каля-маля, гулю-мулю. Это что-то по-ихнему значит там. Ну все, я его в церковь отвел к батюшке, он его крестил. Самое интересное, что он его крестил, батюшка-то, а сам, блядь, ислам принял, представляете? Говорит, в мире баланс должен быть. Вот о чем я вам говорю, ребят, что в мире... Отвлеки внимание, продолжи встать!
Серега!